Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Судя по последним новостям в Geometry Dash, случилось что-то невероятное. Победа над Очероном окончена. Первым в русском комьюнити Geometry Dash прошел Очерон человек под ником Ingies. Я вам предлагаю посмотреть его прохождение вместе со мной. Не забывайте присылать реакции через донатик, потому что Google форма очень сильно забитая. Говорю это сейчас, потому что многие до конца не досматривают. Весь прайс по донатной ссылке расписан. Также не забывайте за бусти, где реакции выходят намного раньше, чем на YouTube. А именно это ранний доступ к реакциям. Ну что ж, ребят, приятного просмотра, давайте глянем. Это когда Чилон пошел, да? Ну нифига себе, он, конечно, дает. Недавно только большие прогрессы были. Я вчера офигел, ребят. Там еще, кстати, кто-то прошел. Человека, о котором вообще не говорили. Кто-то большие прогрессы поставил. Да вообще жесть. Интересно, какая у него реакция будет. Он столько это времени у него убахал, нервов. Давай! Я прошел. Хорош! Реально? Я тебе сказал! А что так легко? Настя, я тебе сказал, что я прошел! Херов! Я в шоке от реакции, это Confession. Просто монстр. Я в шоке. Просто монстр. Это так не делается. Я не знаю, если бы я прошел, я бы охуел от жизни. Видишь, я говорил плохой, и это стрим, все. Слушай, я тебе сказал, пройдешь. О, инсейн. Ребята, замучусь. Гайсы, okay. Всем привет. Да, вот, получилось чудо. Видное. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет Индиса и насчет его прохождения над Очероном. Значит, Очерон — это нелегкий уровень Geometry Dash, он топ-1, висит уже в топ-1. Очень давно. И Индис первым смог его преодолеть. Он красава в этом случае. Вот. Потом, что еще хотел сказать. Индис жесткий игрок, поэтому он ставил большие прогрессы. Это было ожидаемо, что он скоро его битнет. Вот. Всем от души огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях пишите обязательно свое мнение насчет моей реакции. Мнение насчет его прохождения. И вообще мнение насчет Индиса. Присылайте, как я вам уже сказал в начале, идеи для реакции через донаты, если хотите. Внимание, если хотите. Да, донат — это добровольное пожертвование каналу. Вот, ссылка на донат в описании, там прайс весь расписан. Вот, Google форма пока что на откате, потому что она забитая, жесткая. Там более 700 идей, надо будет потихонечку это все отснимать. Вот, со временем, может, хотя бы половину отснимем, да. Потому что понятно, что там многое присылали шлак, многое присылали то, что я уже смотрел, вот. Так что, ребят, не забывайте за бусти, где реакции выходят намного раньше на YouTube. Это ранний доступ к реакциям, вот, по низким ценам. Всем удачи, ребят, всем пока-пока-пока-пока. До встречи в новых реакциях.